Доброе утро. Понедельник. Сегодня соединилось несколько таких тем, которые будем сегодня проходить. Ну, во-первых, темно. Капец, как темно стало. Время сейчас еще до 6. Будем стоять на гвоздях в темноте. Но освещение все-таки оставлю, чтобы уж совсем темный экран у меня не был на записи. Значит, во-вторых, сегодня понедельник, а по понедельникам я начал практиковать голодание, очищение, детоксикацию, кто как называет. Мне больше нравится что-то положительное. Почему? Потому что я не воспринимаю это как прям дикий отказ от еды, запрет или еще что-то. Я воспринимаю это с точки зрения того, что я даю организму раз в неделю отдохнуть. Отдохнуть от пищеварения и провести там какой-нибудь как минимум отдых, как максимум внутреннюю чистку. И, соответственно, из питания будет только вода. Начинается это все с вечера в воскресенье, с 8 часов примерно в воскресенье, и закончится в понедельник в 12. То есть порядка там 40 часов. Вот такой передых для тела, для пищеварения, для желудка. При этом я буду пить воду в принципе на протяжении всего этого времени по желанию, по ощущению, по самочувствие. То есть, если надо побольше, если надо поменьше, если надо, не буду пить. Так, и что у нас? Третий, собственно, понедельник, начало недели, рабочий. Обязательно нужно настроиться, обязательно нужно сбросить негатив вчерашнего дня или события вчерашнего дня для того, чтобы освободить место для нового опыта, новых дел, новых ощущений, новых отношений. Сегодня у нас женская медитация. Так совпадает, что даже уже получается четвертый момент необычный. Это медитация для женщин, для знакомства с самим собой, с самой собой. И для того, чтобы, наверное, обрести гармонию с самой собой. Я думаю, что это важный такой этап для женщины, которая, ну, где-то, может быть, не сильно ценят себя, недооценивают и думают, что было бы важно, чтобы снаружи шло прям, ну, как сильное внимание. На самом деле женщины все в принципе самодостаточные и могут себя уверенно чувствовать и ощущать тогда, когда знакомы с внутренней собой. Я надеюсь, что медитация как раз будет об этом. Так, сейчас проверим, сколько нам на данный момент необходимо освещение. Ну, в принципе, даже без освещения ставим. Уже посветлело, пока я разговаривал. Итак, мы приступаем к медитации по определению любящего языка. И для этой медитации вы можете сесть или лечь удобно, закрыть глаза, перенести все внимание в тело, почувствуйте, как оно сидит или лежит, какие точки соприкосновения с поверхностью, на которой вы находитесь. Как распределен вес, где давление больше, где меньше.
Сделайте один глубокий вдох, небольшое вытяжение вверх на вдохе. И медленный, спокойный выдох. И представьте, что сверху опускается поток чистого, ясного, любящего света, который окутывает все ваше тело, проходя через каждую его клеточку, наполняя его часть за частью. Постепенно заполняется все пространство головы, растворяются все мысли, все напряжения. Лицо наполняется сиянием, светом. Смягчаются черты лица. Этот свет постепенно течет вниз, через шею, горло, растворяя все напряжения в пространство грудной клетки, в сердце. И сердце напитывается этой энергией, впитывая ее еще и еще. В нем также растворяются все напряжения, вся боль. И эта энергия заполняет все пространство грудной клетки, плечи, растворяя весь груз на этих плечах. И он стекает вниз в землю. Эта энергия течет в руки до кончиков пальцев рук, растворяя все напряжения. И руки становятся мягкими, растущими из сердца. И она течет вниз до самого низа живота, заполняя все органы, пространство между ними, растворяя все напряжения. Почувствуйте приятное тепло, приятную тяжесть внизу живота. Этот свет течет в ноги до кончиков пальцев ног по всей внутренней поверхности, растворяя все напряжения через все ваше тело. На протяжении всей медитации течет этот поток, унося с собой все, что вам больше не нужно, очищая, растворяя все напряжения и соединяя вас с вашим Высшим Я. И сейчас, оставаясь в этом потоке, представьте, что перед вами находится второй поток света, второй луч. И в этом потоке света сверху опускается самое любящее существо, которое вы только можете себе представить. Может быть, это образ идеальной мамы, которой нам всем не хватило в детстве. Может быть, это образ ангела-хранителя. Или любой другой образ, который придет вам сейчас в голову. Просто доверяйте ему, доверяйте тому, что приходит. Какое-то время просто останетесь друг напротив друга. Почувствуйте, какая энергия идет
от этого существа или от этого человека. Как он смотрит на вас? Каким взглядом? И что вы чувствуете в этом взгляде? И теперь представьте, что он подходит ближе, берет вас за руку или обнимает. И просто почувствуйте, какие у него прикосновения или какие у него объятия. Как это ощущается, когда вас обнимает или держит за руку чистая любовь. Представьте, что, держа вас за руку и глядя на вас с огромной любовью, этот человек или это существо говорит вам: покажи мне то, что для тебя важно. Мне важно то, что для тебя важно. Покажи мне. И просто доверяйте тому, что приходит. Наблюдайте, как этот человек смотрит на все, что вы ему показываете. И теперь представьте, что с этим существом или с этим человеком вы можете поделиться абсолютно всем, зная, что он никогда вас не осудит, что в нем так много любви, что он всегда будет видеть в вас самое светлое, самое лучшее. И даже если вы будете совершать ошибки, он всегда будет с пониманием, принятием, сочувствием смотреть на вас, разговаривать с вами, принимать вас, сколько бы ошибок вы ни совершили. Им будет радоваться за вас, когда у вас будет что-то получаться, будет ликовать вместе с вами, будет напоминать вам об этих победах в какие-то сложные моменты жизни. И просто представьте, как это выглядит, принятие, каким языком говорит любовь, когда вы находитесь в самых трудных моментах жизни, когда вы не верите в себя, когда вы ругаете, осуждаете себя, критикуете, сравниваете не в свою пользу. Что говорит вам это существо, каким языком, какими словами, какие конкретно слова вы больше всего хотели услышать в своем детстве, чего вам не хватило больше всего, каких именно слов. Может быть, это слова: «Я так тобой горжусь, я так горжусь тобой», или «Я так тебя люблю, ты такой любимый, ты такая любимая для меня». Ты такая молодец. Ты так много сделала. Я так горжусь тобой.
Просто подумайте о том, каких слов вам не хватило больше всего. Какая ты красивая, моя девочка, какая ты красивая. Какая ты особенная, какие у тебя глаза. Как я люблю смотреть на тебя, как я люблю наблюдать за тобой. Я так восхищаюсь всем, что ты делаешь в жизни. Твоей смелостью. Делать то, что другие даже не пытаются делать. Идти туда, куда другие даже не пытаются идти. Твоим уникальным даром, в чем бы он ни заключался. И представьте себе ситуации, в которых вы сомневались в себе, критиковали себя, сравнивали не в свою пользу. И просто увидьте, что бы вам сказала на это самое любящее существо или самый любящий человек. Представьте, что вы говорите ему о всех своих сложностях, о всех своих сомнениях, о своем непринятии. Просто почувствуйте, каких слов вам хочется в этот момент. Может быть, это слова «Я так понимаю, что ты чувствуешь, я так тебя понимаю». Но поверь мне, все будет хорошо. Ты такая молодец, ты уже так много всего сделала, ты уже зашла так далеко. Я так в тебя верю. Даже если сама ты пока не веришь в себя так, я так в тебя верю. Мне так нравятся все твои идеи, все твои замыслы. Я так хочу увидеть, как ты движешься к ним. Бы вам не хотелось услышать, просто подумайте о том, что это, каких слов, каким тоном сказанных, с каким чувством, с каким взглядом вам не хватило в вашей жизни. И сейчас сделайте один глубокий вдох, задержку на вдохе. Позвольте этой энергии распределиться по каждой клеточке тела. И медленный, спокойный выдох. И с очередным выдохом можно мягко, постепенно возвращаться. Поблагодарите высшие силы, которые нам помогают. Поблагодарите себя за эту практику. И с очередным выдохом можно мягко открывать глаза, возвращаться и приступать к заполнению рабочих материалов.
Так, ну что, у меня уже рыбаки, кажется, все проснулись. Доброе утро. Доброе утро. А я как раз... Красивый восход. Восход. Восход, да. Так, ну что, давайте подведем итог. Сегодня не буду говорить про гвозди прощения, которые никак не меняются и остаются все еще жесткими для меня. Вот, ну, по медитации я думал, что там будет больше какого-то текста. Хотя, в принципе, для гармонии, для того, чтобы проследиться, тут достаточно информации. Поэтому те, кто пройдут, женщины, пишите свои ощущения, как это повлиял на вас. Подписывайтесь на меня в телеграм-канале bozhenov.yura.t.me и слушайте дальше медитации. Увидимся завтра в 6. Еще немножко моей природы. Завершение.